Привет! С вами Диана Лауши, и сегодня у нас рубрика «Китайский с нуля». Тема сегодняшнего урока – китайские гласные. И начнем мы со звука «А». Вспомните, как в детстве вы ходили к лору, и доктор просил вас широко-широко открыть рот и сказать «А». Вот и здесь то же самое. Только не стесняйтесь широко открыть рот и громко произнести звук «А». Следующий на очереди звук «О». Здесь то же самое, что и с «А», разве что округляем губы, как в русском языке. «О». А вот и самый коварный звук. То ли «Е», то ли «И». Но на самом деле он произносится вот так. «Э». То есть это сочетание звука «Ы» и «Э» в русском языке. Вы коротко произносите звук «Ы» и сразу тянете звук «Э». 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 Попробуйте. Дальше все попроще. Звук «И». Он произносится так же, как и в русском языке, разве что нужно широко-широко улыбнуться. «И». Со звуком «У» тоже нет ничего сложного, потому что он произносится так же, как и в русском языке. «У». «У». И последнее гласное на сегодня – это звук «Ю». Чтобы произнести этот звук правильно, не забудьте выпечить губы и произнести этот звук. «Ю». Не бойтесь тренировать китайские гласные. Широко открывайте рот, громко их произносите и не забывайте смотреться в зеркало, ведь именно так вы можете заметить ошибки в артикуляции. Надеюсь, этот урок был для вас полезен, и вы узнали для себя много нового. Не забудьте посмотреть наше первое видео про тоны и потренируйте новые гласные с этими тонами. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока! Кстати, великая китайская мудрость гласит, тот будет успешен и богат, кто поставит Диане Лауши лайк. Не забудь подписываться на наш канал.